Костюм не имеет вооружения, поэтому я сделал тебе эти диски. Красный уменьшает, синий увеличивает. Соленопсис мандибулярис. Их называют муравьями пожарными, но они непревзойденные архитекторы. С ними будет намного легче преодолевать препятствия. Соберись, Скотт. Должно получиться. Они меня не слушают. Нужно верить в свои команды. Хоть здесь не лгать. Оскорблениями и упреками делу нисколько не поможешь, Хоуп. Сюсюкать с ним некогда. Ты думаешь о себе, а нужно помогать. Вот как? Я о себе думаю. Не знаю, зачем я с тобой помирилась. Без нее нам не обойтись. Господи. Закрываться нужно. Я серьезно. Здесь тот еще район. Кого только нет. Тебе все шутки? Ты хоть осознаешь, что это игры со смертью? У тебя же дочь. Я тут ради нее. Когда моей мамы не стало, я неделю его не видела. У него было горе. И у меня. Мне было 7. Он просто забыл, что у него есть ребенок. А потом в интернат запихнул. Мне показалось, что хоть сейчас есть возможность наладить отношения. А он снова отгораживается. Ты что, он не отгораживается? Ты нужна ему. Зачем тогда тут ты? Просто он тебя любит. Хоуп, посмотри на меня. Я безразличен ему. Поэтому я здесь. Давно пора было догадаться, почему я в костюме, а не ты. Тобой он никогда не будет рисковать. Ладно. Слушай, я не знала, что у тебя есть дочь, когда вызывала полицию. Как ее зовут? Касси. Красивое имя. Надо очистить мысли, Скотт, и абсолютно четко себе представлять, что ты хочешь. Думай о Касси, о том, как по ней скучаешь. Это поможет тебе сосредоточиться. Открой глаза и представь то, чего ты от них хочешь. Хорошо. Смотрите на BTV.kz с безлимитным трафиком в подписке Амедиатека и на канале Амедиа Премиум HD.